озерами встает предо мною алтарь. Песня с душой, танцы с размахом. Два года родина Михаила Евдокимова Верхобская провела в тишине. Коронавирус поставил на паузу популярный фестиваль, на который ежегодно съезжались тысячи человек, включая знаменитых артистов, друзей Михаила Сергеевича. Сегодня музыкальные встречи возобновили вновь. Очень счастливы, что традиция снова возобновилась. На время прекратились и надеемся, что насовсем прекратились наши ограничения. Мы очень счастливы. Замечательный фестиваль. Всегда приезжаем. У нас дети выросли на этом фестивале. Прям я тут душой отдыхаю. 2 года же не было. Я была на юбилейном, на 25-м фестивале. Я из города Челябинска. И приезжаем каждый год. Я из Барнаула. Вот мы с друзьями сюда приезжаем. Большой компанией. Гуляем по селу, по всему. Здесь вообще здорово. Спортивные состязания, угощения, экскурсия по музею Михаила Евдокимова. Здесь и сценические костюмы артиста, и музыкальные инструменты, и памятные фотографии. Среди экспонатов есть и эксклюзивные артефакты. Михаил Сергеевич, значит, платформу и каблуки набивал сам. По-моему, сосна, дерево, ну, чтобы более легкое было, верх фабричный. Но в армии это неустанная обувь. И командир части 4 раза обрубал эти каблуки топором, а он все равно мастерил. Но хотел иметь модную обувь. В итоге, когда демобилизовался, пришел с армии, привез вот эти туфли сюда. Конечно, эти туфли не для повседневной носки, а для выступления на сцене. А вдова народного губернатора Галина Евдокимова, прогулявшись по музею, не могла не поделиться своими воспоминаниями о Мише. И в армии мы даже друг другу писали. То есть мы служили в старой бате, и у нас дом стоял прямо вот напротив. Плац, казарма, и вот наш дом. Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Его жизнь трагически оборвалась, и у поворота на село Плешково автомобильная катастрофа. Михаил Евдокимов так и не смог реализовать свои планы по развитию родного села и в целом Алтайского края. В память о погибшем народном избраннике и большом артисте Галине Евдокимовой вручили памятный знак отличия. О посмертном присвоении ее супругу звания почетный гражданин Смоленского района. Валентина Аскерова, «Будни».